Всем привет! Сегодня у нас будет Китака и будет битва гильдий. Будем опять бегать Минотавром, сливаться. Не знаю, что будем делать, но мы должны сегодня взять топ-5. Так, давайте психощит поставим сюда. Попробую ворожая. Конечно, это глупая идея, он не ремочный. Так, Анубис для слива. Минус дерево. Давайте ангела сюда поставить надо. Где наш ангел есть? Кого у нас тут еще не хватает? А тут лучше поставить Рудольфа. Все, есть, побежали. Смотрим, что там у нас сегодня. На битве гильдий 290 240 201, что-то 209 и 210. Странно как-то. Так, это что за жизнь боль? Это делается вот так, ребята. 1 2 3 4 5 6, тык. И шанс слива минимальный. Ну, потеряли хранителя. Никогда так не делайте у себя на аккаунте. Так. Есть. Ну, в таких случаях, наверное, лучше поставить тыковку. Давайте тыковку поставим. Вместо ворожей. Так, ворожей. Пусть лучше тыковка бафнет. И поставим ее вот так вот, воодушевление для быстрого набора, отлично. Вот так сделаем. Есть, да, первого мы пришли. Побежали дальше. Все, у нас осталась одна гильдия, давайте будем с конца двигаться. Смотреть, что тут. Да, тут просто жизнь, боль. Тыковка, Минотавр, все остальные... Ух ты, а что это было? Жесть просто. Ну-н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 у. Ёб твою. Есть, блядь. Блядь, я уже думал, все, слив. Это жесть, ребят. Это было жесть просто. Ну, я привык всех выпускать. Я выпустил дерево тоже. Охренеть. Вот это так мы возвратку получили сразу же. И нормально ослепили так Минотавра. Вот вам ослепление в такие моменты бывает, портит всю картину. Так, ну окей, побежали дальше. Следующий. Следующий наш топ. Так, что тут у нас? Интересно. Интересно или не очень? Так, тыковка, Минотавр. Ой, тут у нас Фрейя есть. Вот как. Окей, еще заходик. Значит, делаем так. Тыква, Минотавр, Хранитель, Купидон. Ой, блин, я опять не успел. Блин. Блин, 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 блин. Что же это будет? Это будет слив. 95%, опять долбаная башня. Сучка. Ну ладно. Это было ожидаемо. Потому что я не поставил вот сюда вот. Вот этого вот питомца. Окей. Шанс либо минимальный, как обычно. Видите, башни чуть-чуть не хватает на башню. Чуть-чуть практически. Это жесть какая-то. Ну, конечно, я зря Анубиса беру с собой, потому что тут юнитов нет. Но это такое. Сейчас мы быстренько затащим и идем открывать плюшки. К
которые у нас накопились уже за это время. Так, что тут у нас? Стрелок, да? Ну, стрелок нам, честно говоря, пофиг. Выпускаем тут всех. Так, Миноса слили. Ух ты. Жестко, жестко как-то. Значит, делаем вот так. Минотавр. И тут всех остальных. Бум, 100. Отлично. Ну и все, последний. Вот оно. Вот оно что. Так, Фрея, отлично, просто отлично. Конечно, отлично, если бы он всех сливал. А так он толком всех не сливает. Я юнитов не набрал. Это плохо. Ну, давайте тыковку кинем. Подбегут? Сволочи, не хотят подбегать. Значит, берем юнитов сюда. Варианта у нас просто больше нет. Только с юнитами чистить. Будем пробовать, что делать. Что-то я не увидел, там стрелок есть или нет. Так, есть. Есть, побежали. Шанс слива минимальный, как обычно. Так, ну что, выманываем Фрей, вертолетики сюда. Вот так вот, отлично. А, есть стрелок у нас. Стрелок у нас есть, но это, в принципе, не помеха. Самое главное, нам сейчас юнитов быстренько слить. Вот, отлично, выпускаем всех, бум. Это был бум. Ну, дерево. Эй! Бля, да чё такое, ну? 95%. И опять эта долбанная ратуша. А всё из-за того, что у нас дерево стоит вместе со всеми. Эх. Это, ребята, это однозначно лайк. 95. Не хватает урона просто. Немножко не хватает. Надо все-таки его докачать. 95. Что у нас? 1889. Ну, в принципе, неплохо. На каком мы там? Ну, в десятку пока входим. Окей. С этим мы разобрались. Побежали дальше. Открываем наши плюшки. Не помню, за что они накопились все. Наверное, за донат. От IGG. Так. Использовать. Окей. Так, ко мне у нас хватает. Тут мы можем кому-то качнуть скилл. Это очень интересно, так как у меня Минотавр прокачанный. А Анубису надо немножко докачать. Фрея прокачана. Тыковку я тоже, кстати, сделал. На десятку перевел. Купидон тоже на максималочке у нас уже. Так. Кого такого интересного прокачать бы, а? Вариант есть Бигфут. Но я думаю, все-таки сделать Анубиса. Чтобы он сейчас дамажил у нас получше. И попробовать подземки потом им зафармить. Вот так вот сделаем. На него пока потратим. Надо его докачать все-таки. Так, окей. Поехали дальше. Что у нас еще есть интересного? Карты смены. У нас бог войны стоит на смене, как обычно. Топовые таланты на китайке падают. Так, а бог войны? Бог войны. Кому бы его влепить? Стрелок. Одержимый. Ну, тут одержимый. Понятно все. Варлок. Седна. Павлик. Дед.
Блин, даже не знаю, кому поставить. Аре, в принципе, не хочется ставить. Так. Наверное, сюда поставим. Поехали. Раз. Чик. 4-5. 4-5. У меня, по-моему, Рину, если я не ошибаюсь. Не, на Рину четверочка стоит. Так, на кого я еще хотел? Купидон. Да, на Купидоне тройка. Ставим четверочку. Так, отлично. Нам нужно, ребят, замедление. Самый бестолковый уже талантик. Это Берс. Так, это тоже нам не надо. Ну, дайте какой-то топовый. Разброс. Не хочу. Ремка. И тоже некому ее ставить. В этом вся беда. Не беда, скажем так, но... Так. Что у нас по героям есть? Так, тут понятно. Тут не надо. Тут ремка не нужна. На Гаргула поставить, чтобы сразу включался ведьма. Давайте... Так, ладно, сейчас дальше. Так. Тут понятно. То еще у нас с ремочкой будет хорошо тащить. Кенди. Вот сюда идет. Однозначно. И последняя коробочка. Стойкость, понятно все с вами. Спасибо, IGG, вы как обычно. Так, что дальше у нас есть коробочки. У нас пока нету героев с агментацией. Так. Я не знаю, откуда, не помню уже. А, по-моему, я здесь пирата играл тоже. Уже даже не помню, откуда это все накопилось. Так, отлично. Ну что, открываем карты. Давайте первые. Раз, два, Влад Дракула. Очень нужный герой. Ара, так. Ну, ара еще куда ни шло использовать. 10. Ловим черепа. Череп, приди. Блядь, череп упал. Охренеть. Череп, блядь. Это жесть. Это мега удача, ребят. Медуза, отлично. Отлично просто. Ну, просто жесть. А вот тут вот будет поинтересней. Нам надо очень много повторок. И думаю, мы сейчас что-то интересное выловим. Итак. Бум. Анубис, бля. Охренеть. Я считаю, это топчик. Еще разок. Ронин. На повторочку. Помните, сколько я Ронина ждал? Но я так его и не прокачал, потому что им не пользуюсь. Хранитель. Ну, такое себе. И... Раз, два, три. Призрачный всадник. Иди. Так, окей. 120. Поехали. Питомцев тут надо качать. Джали падает, тоже неплохой герой. Недавно на него обзор сделал. Так, есть. Давай, родной. Ну, неплохо падает льдышка. Интересно, когда там у нас уже обнова, должна уже быть скоро. Или на этой неделе, или на следующей уже. Должны нам запилить обновку. Думаю, на следующей, скорее всего, будет. Окей. Так, ну, сундучки мы пока оставим. Подкопим их немножко, потом откроем. Идем, смотрим сюда, что у нас тут поменялось. Так, джели уже 17, окей. Вот как отлично просто, смотрите. Раз, два, три. 18 уровень, охренеть. Так, тут нам не хватит золота. Ладно, похрен. Мы без доната играем. Нам можно. Так, есть.
Ну, тут эти обычные герои еще качаться и качаться будут. И тут даже можно улучшение сделать. Но 145 это дорого. Не буду я этого делать. Совесть будет мучить. Что у нас по предметам? Ну, вроде как бы так все. Думаю, следующим видосом будем уже пилить кому-то 11 скиллы. Возможно, всем прокачаем, большинству хотя бы. Значков почета у нас, в принципе, хватает уже. И ресурсов тоже как бы поднакопилось. Героев на архидемона мы прокачали. Правда, надо их по левелу гнать еще и гнать. Этим тоже будем заниматься. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ставьте обязательно лайк. БГ, как обычно, у нас получилось шансливо минимальный. Ну, Анубиса вытащили с карты, блин, круто. И черепа вытащили. Это вот тоже реально очень сложно сделать. Все. Подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Некроса. Видосик есть. Всем удачи, всем пока.